хорошо. Як воно діла? Многочисленные угрозы и проклятия со стороны незалежной Украины стали звучать после его поездок на Донбасс. Ну а что ты такий засмучений, наче зранку шпаків ганяв? Жалко, что не убили тебя. Услышал в свой адрес известный актер Алексей Шевченков. Варто як слід провчити цього дрища. Этой весной Алексей Шевченков появился на экранах страны в новой отечественной картине «Позывной пассажир» о военных действиях на Донбассе. Русский артист. Задешево не продается. Люди Донбасса давно стали ему родными, а сам он едва не погиб во время одной из поездок. А уж жаль тебя, Бжола. Вы знаете, Борис, вы сейчас затронули очень хороший такой вопрос. Я смотрю, вы уже совсем тронулись. И сейчас я тоже слышу такие слова. Не надо дивиться на меня глазами срущей собаки. А мне кажется, надо. Когда кажется, креститься надо. Когда я, например, первый раз там побывал, ну, меня перевернуло внутри. Только перевернуто все. Там, где белое, черное. Там, где черное, белое. Меня искренне это беспокоило, что там происходит. Много фейков, много говорили, когда это все только началось. Фейк, это ты здесь, засранец. А вы когда туда первый раз приехали? Как это было, помните? Как они его пиздили. Это было феерически вообще. Я все-таки в какой-то момент собрался. Было перемирие как раз, объявили. И я поехал. Кукуха совсем поехала. Для меня все стало очень понятным и ясным. Понятно! Понятно. Но для меня очевидно стало, правда. Очевидно и невероятно. Люди сами, которые там были, они мне все говорили об этом. Как хорошо, что вы пришли. Пришли сюда, чтобы вот это нам все натворить? Скажите, как мы можем быть за вашу власть? Как хорошо, что вы здесь. Мы уже в отчаянии. Будете вы меня слушать или не будете, нам уже терять нечего. Короче, пиздло. Вот каждый человек, кто там был, я вижу его отношение к этой ситуации. У тебя такие глаза правдивые, слепой зажмурится. А это очень важно. Это он дурачка из себя строит. Ну, так, такое было воспитание, наверное. Вот зря тебя батьки не били, коли воспитывали. Наверное, вот знаете, богатое состояние, оно, наверное, усыпляет душу и совесть. Если каждый родитель, видя, что его ребенок живет не по совести, возьмет да и надерет ему задницу как следует, вот тогда и система изменится. У меня уже, наверное, под коркой возникло вот это вот, знаете, как... Покакаешь дома! Черт его знает, но... Тему сандалю штопаному уже ничего не допоможет. Спасибо вам, дорогой Алексей, что вы с теми... Спасибо, не надо! С теми людьми, людьми Донбасса, людьми Новороссии. Я не разумею этих людей. Я думаю, мы с вами их никогда и не зрозумеем. Все эти годы, все почти 10 лет войны, вы с ними. Психоз, викликаний алкоголем, має накопичувальну дію. Це дуже важливо і для них, і для нас, я впевнений, і для вас теж. Ой, Боря, Боря, брешеш, як дишеш. Борис, я вам признаюсь, я... Шмат грьобаного лайна. Точно. Їй-бо.